Всем привет! Вы на канале 4 на 4 Нива ТВ. Меня зовут Юрий Ефимов. Я автор проекта «Лада Нива Документари». Это документальный проект, посвященный истории Нивы. Сегодня мы знакомимся с автомобилем «Лада 4 на 4 Урбан». Это обновленный Урбан с улучшенным салоном и с некими добавлениями в экстерьере. Вот здесь мы видим, что бампер установлены ПТФ-ки. Заглянем под капот. Данный автомобиль оснащен кондиционером. Вот мы видим, находится компрессор и трубочки, которые обеспечивают приток воздуха. Отопитель в климатическую систему. Зайдем в салон. В отличие от пятидверного автомобиля, с которым мы уже познакомились, Лада 4 на 4 Урбан с обновленным салоном оснащен кондиционером и системой рециркуляции. При включении наддува включается кондиционер, соответственно, двигатель для этого надо завести. Но мы это пока делать не будем. Так, сиденье с развитой боковой поддержкой, причем и в части самой сидушки, и спинки сиденья. Левое водительское сиденье оснащено аэробэгом. Поэтому, когда мы включаем бортовое питание, то видим, что там загорается индикатор аэробэга. Это именно боковой аэробэк, который вмонтирован вот сюда. Дальше. Переднее сиденье для облегчения доступа пассажиров на задний ряд получили новые фиксаторы. Новые узлы. Ну, то есть они, видите, более эстетичные. Вот, с помощью него можно подвинуть кресло вперед. Но вот чтобы теперь подвинуть кресло назад, придется поднять вот эту рукояточку. Ну, еще раз посмотрим. Вот мы берем, поднимаем, начинаем двигать сиденье. Оно легко движется, салазки очень идут легко, в отличие от автомобилей, которые были предыдущие. Да? Все, и мы опускаем. Так, здесь карман, соответственно. Тоже, в общем-то, пригодится в хозяйстве. Если посмотреть в багажник, то в багажнике точно так же установлен новый замок. Закрывается, кстати, неплохо, я попробовал. Вот, здесь же концевички стоят, которые включают-выключают освещение в багажнике в темное время. Вот, то есть 12-вольтовая розеточка. Заднее пассажирское сиденье оснащено двумя подголовниками. Да? Ну, в общем-то, можно поднять. Здесь фиксатор сработал. Соответственно, сейчас мы не сможем его опустить. Поэтому надо нажать фиксатор. И так плавненько оно пойдет вниз. Ну, довольно-таки туго идет, но, наверное, так и положено. Вот. То есть можно подрост отрегулировать человека. Диван складной. Можно откинуть вперед и погрузить что-то туда. Посмотрим, как закрывается. Ну, в принципе, все хорошо. Так, ну вот здесь стоят новые ограничители калиновские. Поэтому дверь не так распахивается, как это было в предыдущей модели. Ну и в заключение пару слов об обогреве сидений. Здесь стоят элементы, которые нагревают не только подушку, но и часть спины. Это добавит комфортности, я думаю, в путешествиях, особенно зимних. Ну что, всем хороших дорог, ни гвоздя, ни жезла, пока!